Вкусный скитлс. Что такое? Ой, прячу скорее, или медсестра заберет. Доброе утро, пациенты. Как ваше самочувствие? А что за глупая улыбочка? Ну-ка, покажите мне вашу ногу. Сладкая с утра, только не в мою смену. Я запрещаю сладости в больнице. А это все я конфисковываю в свой кабинет. Выздоровите, может быть, верну. Какая она жестокая. Лишила единственной радости. Хотя, подождите. Скитлс еще остался. Она его не нашла. Что, все? Ну вот. О, у меня же есть братик. Сейчас я ему напишу. Жму на газ. О, кто-то написал. Сестренка в больнице без сладостей. Это нужно исправить. Уже лечу к тебе, моя любимая сестра. Так, молодой человек, а ну стоять. Что несем, кому? Сладости запрещены. Да что у вас за заведение такое? О, беременная женщина подала мне отличную мысль. Ни у кого же не возникнет вопросов, если парень, хотя нет, девушка будет с небольшим животиком. Причесочка что надо, и беременность мне к лицу. Ну все, я готов обходить систему. Здравствуйте, мисс. Беременяшка? Да, пожалуйста, вам туда. Девочки, вы случайно не видели кабинет для беременных? What? Нэнси, это же я, Тед! Крутой прикид, я даже не узнала. Этот прикид помог мне пронести для тебя вкусные сладкие конфеты. Взял из дома все, что ты любишь. А это вот твоей соседке. Ой, спасибо огромное, братик. Всегда знала, что на тебя можно рассчитывать. Добро пожаловать на Парара. Добрый день. Минутку. Сладости отдаем. В больницу проносить нельзя. Посторонись! Что с ним? Мне плохо. Скорее везите в операционную. Так точно. Кого это вы к нам привезли? У нас больше нет кроватей. Ой, погодите, это же мой брат. Что с ним? Ух, я чуть правда счеты с жизнью не свел. Привет, Нэнси, это же пранк. Мы доставили тебе сладости. Ты счастлива, моя маленькая сладкоежка? Вот это да! До этого хватит, чтобы всю больницу накормить. Лучший брат на свете. Как я давно не пил колы. Кит-кат лучше всего. И ментос тоже вкусный. Ля-ля-ля. А ну стоять. Вы что, не видите табличку? Конфеты на базу. Вот. О нет, она что, и мои чипсы заберет? Не тут-то было. У меня есть идея. Никто не пропустит Теда с чипсами, но пропустит медбрата с чипсами в кармане. А мне, кстати, идет медицинская форма. Привет, красотка, я твой коллега. Не помнишь? Мы же вместе учились. В общем, я пришел тебя заменить. Отдыхай, моя хорошая. Всего самого наилучшего. Так, дамочка, минутку. Видите этот знак? С конфетами нельзя. Отдавайте и ступайте. Как же круто! У меня теперь целая коробка сладостей. Пойду-ка я отнесу это все сестренке. Сестренка, у меня для тебя сюрприз. Целая коробка вкусняшек. Забрал ее с регистрации. Тут есть и чипсы твои любимые. Я так и знал, что ты будешь в восторге. Как же вкусно! Ага, коллега? А что это мы тут делаем? А ну стоять! Я из тебя все конфеты выбью, жулик! О нет, куда же мне деться? Девушка, держите крепче и не ешьте! Нужна скорая помощь, я ее увожу! Голова раскалывается. Дамочка, минутку. Сладости сдаем? Ай, а можно было потише? Да идите уже. Здравствуйте, добрый вечер, я доктор. Иду спокойно в свой кабинет. Что такое? У вас есть что-нибудь от головы? С утра раскалывается? Да, конечно, сейчас что-нибудь найду.
Есть у меня одна таблетка, всегда помогает, мгновенно. Большое спасибо, вы меня спасли. А это точно таблетка? Мне кажется, или они не бывают такими сладкими? Это же Скитлс. А здесь я вдруг вспомнил про важное дело. И таблетки я заберу. До свидания. И он мне дал конфету, а не таблетку. Минутку. Внимание на знак. Сладости нельзя. Ой, все, забираю и проходите. Девушка, опустите меня вперед. Благодарю. Меня здесь нет. Ой, заметила. Здрасте. Ну, я поеду. Это что? Скитлс-тропинка? А ну, парень на коляске, стоять. Почему после тебя идет конфетная дорожка? Ага, грубое нарушение правил. А ну-ка, катись из моей больницы со своими сладостями. Еще и побежал, нахал. А вы, мадам Чипсы, мне и вперед. О, вас выписывают. Замечательно, поздравляю. Катайтесь аккуратнее на своем велосипеде. Ой. Ну, в каком-то смысле и хорошо, что недалеко уехали. Давай-ка обратно в палату и обязательно скажи врачу, чтобы поставил запрет на велосипеды. Бедняжка. Это еще кто? Вам чем-нибудь помочь? Здравствуй, красавица. О, вы султан? Вот это да! Роза из пера и мне? Как мило! Я пришел выбирать себе жену, и вы мне нравитесь больше всего. По-моему, неплохо получается. Ой, кто это? Как это кто? Это же я, твой брат Тед. Похож на богатого султана? Вот только у меня много не денег, а сладостей. И это все тебе. Хочешь? Конечно. Очень вкусный мармелад. Ага. Стоять. Со сладостями нельзя. Да-да, у всех что-то болит, но со сладостями нельзя. Отдавайте. Отдавать? Я же только открыл упаковку. Надо что-то придумать. Точно. Сейчас я спрячу свой Скитлс так, что эта медсестра не заметит. Мне нужна лишь пустая упаковка Принглс и искусственная рука. Соединяем, добавляем бинты и засыпаем внутрь конфеты. Гениально, правда? А теперь осталось успешно пройти мимо. Не отдам Кит-Кат. Отдашь, отдашь. То-то же. Молодой человек, погодите. Что это у вас с рукой? О, болит! Прошу прощения, скорее бегите к доктору. Купилась. Нэнси, я сломал руку, мне так больно. Мой бедный братик. Как же так получилось? И ты купилась. Это же пранк. Какой кошмар! Да не ломал я руку. Это нужно было для того, чтобы принести конфеты. Смотри-ка. Скажи же, гениально. Очень круто. Ты, как всегда, выручил. Вы кто такая? И зачем пришли? Я врач. Это запланированный осмотр заключенного. А что в чемоданчике? Вот, смотрите. Может, мне и вас полечить? Ну уж нет, спасибо. Ну все, я пошла, уже вижу больного. Он больной. Да не смешите. Посмотрите, здоров как бык. Алекс, ты больной. Я? А, да. Как же мне плохо. Сердце болит, живот болит. Да что же со мной такое, врача? Да уж, ему и правда нужна помощь. Проходите. Спасибо. Привет! Ну, наконец-то! Принесла дружка! Да, я нашла твоего малютку. Старое доброе двойное дно меня спасло. Вот. Держи. Какой прикольный! Только это не мой дружок! Апчи! Убери его подальше, у меня аллергия на кошек! Ну вот, теперь у меня еще и... У меня еще и чесотка! Ой! Ой, кажется, котик нашел себе другого друга! Я пошла ловить этого хулигана!
что там такое? Что-то шевелится. Значит, где-то есть зверь. Это не то, что вы подумали! Рыжик, больше так далеко не убегай. Простите, вышло небольшое недоразумение. Я домой, мне пора. Ох уж эти врачи. Я найду эту подругу всех кошек. А ну стоять. Приветики, я пришла убираться. Я должна вас осмотреть. Ну, вроде все в порядке. Но что-то здесь явно не так. Точно. Покажите, что у вас в ведре. В ведре? Ну что вы такое говорите? И вообще смотрите, как тут грязно. Пропустите, пожалуйста, дайте пройти. Аккуратнее, аккуратнее. Думаешь, это все? Я тебя еще не досмотрела, уборщица. Алекс, привет! Скорее смотри! Кажется, я нашла твоего любимчика. В этот раз пришлось пронести его в ведре. Этот золотой малыш твой? Да? Держи! Золотой? Но это же рыбы! Конечно, это не мой дружок! Что? Не кричи! О нет, я все разлила! Надо срочно что-то делать! Рыбки, простите, но другого выхода у меня нет! Готово. Что тут происходит? Я слышала крики. Алекс, что с тобой? Извините, у меня несварение. Ой, что ж ты сразу не сказал? Давайте уйдем. Как-то неловко вышло. Ух, пронесло. Ничего себе! А рыбкам там очень даже комфортно. Ну когда же она найдет моего дружка? Я так скучаю. Больше никого не пущу, Кия! Все у меня получите. Упс. Здрасте, у меня ремонт. Видите, даже целый чемодан инструментов притащил с собой. Показывайте, что внутри. Легко. Вот, тут все, что мне нужно. И правда. Точно. Пока вы здесь, вы можете помочь мне? У меня ножка у стула сломалась. Ну, конечно. Тут мне поможет самый обычный скотч. Нет ничего более надежного. А вы в этом уверены? Ну, ладно. Пойдемте со мной. Покажу, что там сломалось. Я почти у цели. Пришли, думаю, дальше я сам справлюсь. Мы еще не дошли. Проблема у нас в этой камере. Тут совершенно нет света. Вам нужно повесить лампочку. Думаю, справитесь. Вот, прошу. Да-да, понял. Эй, Алекс, не хочешь навести порядок в камере? Нужно протереть пыль. Кажется, дырку надо делать здесь. Чем бы ее сделать? Думаю, молоток как раз сойдет. Нет, не то. Нужна дрель. Да, точно. С дрелью точно получится. Погнали. Что это такое? Почему так громко? Спокойно, просто идет ремонт. Так, дырка готова. Осталось самое важное – просунуть туда питомца. Надеюсь, Хрюндель – это и есть тот самый дружок, о котором говорил Алекс. Это еще что такое? Что случилось с моим дружком? Ой. Алекс, что такое? Как ты? Да что ж такое-то? Интересно, что такого страшного он увидел? Это что, свинья с ушами собаки? Ой-ой. Видимо, поросенок не совсем дружок. Ладно, буду искать дальше. Упс. Ну и вонь. Пора помыть ботинки. Тихо-тихо-тихо, малыш спит.
Мы пришли проведать папочку. Стоп! Стоять! Сначала докажите, что вы знакомы. Да-да, вот наше свадебное фото. О, тогда вопросов нет. А можно поиграть с малышом? Не стоит, он спит. Ну ладно, я поняла. Конечно, проходите. Мой любимый дружок! Алекс, я здесь! Ты что, меня не узнал? Это же я, Мила! В этот раз я точно принесла тебе твоего дружка. Смотри! Ну, это же он! Малыш, дружок! Наконец-то я тебя увидел! Иди ко мне, сладенький! Ты бы знал, как я соскучился! Кстати, у меня есть подарок для вашего малыша. Вот. Так, что тут происходит? Мила, это уже слишком. Ну, наконец-то я тебя поймала. Теперь ты будешь сидеть там же, где Алекс, понятно? Умоляю, пощадите, я не виновата. Но я же хотела как лучше. Какой ужас. Неужели я в тюрьме? Умоляю, выпустите. Нет. Хорошо вам повеселиться, голубки. Нет! Спасите! Помогите! Вот мои документы. Отлично, проходите. Вот это да! Не могу поверить своим глазам. Это не женщина, а просто богиня. И она идет прямо ко мне. Какая красотка! Ну и жара тут у вас. Вот мой паспорт, а внутри него билет. Спасибо. Да уж, мужским вниманием я сегодня точно не обделена. Счастливо оставаться, мальчики. Мне пора на посадку. Бежим! Может быть, успеем за ней. Так-так, а вы куда намылились? Показывайте билеты. А вот и мой самолет. Какая шикарная фигура, не то что у меня. Вот это да! Ну, наконец-то. Как же я устала ходить с этими штуками. А вот и вы, мои золотые. Мамочка по вам скучала. Да уж, облом. Летим в путешествие, красавчики. Здравствуйте, ваш билет. Все отлично, но, к сожалению, с песиком нельзя. Как и с остальными животными. У меня есть замечательная идея. И замечательная шляпка, в которую я спрячу любимого кролика. Пока-пока, Бобик. Не переживайте, он останется со мной. Ваш паспорт, мэм. Прекрасно, а теперь небольшая проверка. Что? Ну вот. С животными на борт строго запрещено. Но не беспокойтесь, ваш питомец дождется вас и будет здесь, пока вы не вернетесь. Здравствуйте, сэр. Могу я проверить ваш головной убор? Я покажу вам один фокус. Фокус-покус, и паспорт оказался тут. Ого! А ну-ка, предъявите шляпу к досмотру. Странно. Простите, проходите. И сзади ничего. Ладно. Приветствую. Проходите, пожалуйста, сэр. Ну вот, мой кролик остался совсем один. Прошу прощения, милая леди, но я знаю, как вам помочь. Один небольшой трюк, и ваш пушистый друг будет рядом с вами. Сейчас, сейчас. Кажется, нащупал. А вот и он. Ничего себе! Спасибо большое! Никаких признаков животных. Проходите. Добрый день. Так-так, документы в полном порядке, а вот корзинку придется осмотреть. О нет, мой котик. Знаю. Сэр, а вам когда-нибудь говорили, что у вас великолепный выдающийся подбородок? Могу я вас сфотографировать? Что ж, почему бы и нет? Хотя, секундочку, нужно сперва поправить прическу. Вот теперь я готов. Отлично. Сработало. А теперь главное, как можно скорее попасть на борт самолета. Простите, мне пора. Эй, что это? Пустая корзинка? Чую, в ней кто-то был. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Ура, вот и мое место. Все, теперь можно выпустить тебя наружу, киса. Ой, какая милашка. А можно погладить? Конечно. Какой хороший. Ой,
кажется, у меня началась аллергия. Здравствуйте, приятного пути. Добрый день, документики. И как следует просканируем. Животных везете? Вроде нет. Тогда прошу вас. Секундочку. Ну вот, засекли. Никаких исключений. С животными нельзя. Обидно. Какие же тут жесткие правила. Наверняка и с лягушкой нельзя. Нужно скорее что-то придумать. У меня есть книжка, которую я полностью прочитала. А значит, можно ее немножко модифицировать. Эта часть истории мне никогда не нравилась. А теперь положим лягушку внутрь. Отлично. Можно идти к пропускному пункту. Вот мои билеты. Могу идти? Сразу после того, как пройдете сканирование. Вроде чисто. Хорошо, проходите. Добро пожаловать на борт. Прошу вас. А вот и мое место. Положу багаж на верхнюю полку, чтобы не мешался. Итак, мы готовы к взлету. Ух, порядок, не засекли. Как ты тут, моя зеленая прелесть? Ой, что это? Оно приземлилось мне на голову. Помогите! Здрасте, вот мои билеты. Кеша, ты как? Все нормально? Простите, но Кеша никуда не полетит. По крайней мере, на самолете. С животными запрещено. Слышала? С животными запрещено. О, у меня есть идея. Пойдем, нужна твоя помощь. Вот так-то лучше. Здравствуйте. Ваши билеты, пожалуйста. Ой-ой. Кажется, ящер вышел на прогулку. Сэр, у вас все в порядке? Да, просто отлично. Нет, это невыносимо. Как щекотно! Что это с ним? Да так, просто вспомнил забавную шутку. Правда, Алекс? Как-то слабо в это верится. А ну-ка покажите, что у вас там. Я так и знал. Попытка пронести животное на борт. Ой, смотрите, что это там? Сматываемся и поскорее. Что? Куда они делись? Без понятия. Эх, упустил. Здравствуйте, вот мой билетик. Все в порядке. Или нет? Золотая рыбка? С животными запрещено. Прошу вас отдать рыбку мне. Я за ней присмотрю. Неужели мне придется расстаться со своим питомцем? Он у меня такой чувствительный. Есть идея. Посторонитесь. Вот мои документы. Пустите меня на самолет и побыстрее. А это еще что? Никаких животных на борту! Не в мою смену! Ой! Да как вы смеете? Прошу вас, извините и проходите. А вот и мое место. Мне кажется, или что-то шипит у меня под ухом. О, нет! Змея! Просто без обид.